Вот улица Шератон, в общем-то центр Хургады, ну как Хургады, наверное, не самой Хургады, а вот пригорода, который ближе к аэропорту находится. Вон там такое здание, голубоватые стеклышки справа, это вот проход к нашей квартире. А это типа гостиного двора, вот такой вот с колоннами тянется. От солнышка прятаться там хорошо, наверное. Куча магазинов, вот так вот хорошо прятаться. А мы идем на пляж. Да, пока дешевле, чем за 40 местных денег. Мы не нашли дешевле на человека ничего, что для прохода на пляж. Посмотрим, пощупаем ситуацию еще в ближайшие дни.